Обзор готового изделия, сегодняшняя наша тема. Как бы очень шикарное платье у нас вот тут на сдачу. Я его решила вам показать. Платье, конечно, непростое. Это из разряда абсолютно вечерних нарядов. Очень оно как бы недешево вышло владелице. Тут метров 10 только шелка всего. Шифона 6 метров. И, наверное, метра 4 шелка. Ну, всего, наверное, да, метров 10 здесь ушло ткани. А сейчас я расскажу по порядку. Начнем с юбки. Немножко завышенная талия, пояс и начинается юбка. Юбка шифоновая, солнце. Солнце с разрезом. Вот видите, солнце, прямо солнце, солнце, солнце. Вот тут она пришита, поэтому не поднимается. Ну вот смотрите, да? В этом солнце есть разрез, вот он. А нижняя юбка полусолнце, здесь шелк. Это шифон, а это шелк. Здесь полусолнце. И тоже есть разрез. Вот они, два абсолютно такие разреза. Но здесь эти разрезы вот скреплены. До этих пор сшиты вместе. А здесь уже идут отдельно. Во время ходьбы здесь видна нога. И вот так вот, видите, какая роскошная. И во время ходьбы, конечно, вот этой шифоновой юбки очень много. Она вот прямо вот вообще вот так вот. Вся движется. Конечно, все сделано без оверлока. На шифоне выворотный шов, никакого оверлока нету. На днях у нас выйдет курс про шифоновое платье. Очень подробно будет рассказано, как это делается. На самом деле, что до вас хочу донести, что платье очень сложное. Очень сложное. Но, имея базовую основу, я вам показывала, как нанести макет, как на макете нанести вот эти первые линии, сколько удалять излишков. Очень хорошо посажено все здесь на фигуру. Внутри у нас бюстгальтер. И потом вот сюда вот просто прикололи вот такой собранный шифон и муляжным методом сделали вот эту драпировку. Видите, вот здесь драпировка вшита вот такой бант, который завязывается сзади на шее. Вот он бант. Все обработано московским швом. И бант, и низ юбки, и разрезы. Посмотрите, как роскошно, да? Конечно, когда оно на фигуре, это просто вообще нереальная красота. Очень красиво, очень красиво, очень роскошно. Мне кажется, это можно идти там, не знаю, Оскар получать в таком платье. Такие платья одеваются только на торжественные моменты в жизни, на какие-то такие события очень важные. Вот наш пояс, покрытый шифоном. Хочу показать немножко, как выглядит платье изнутри. Абсолютно упакован бюстгальтер, упакован пояс. Обратите внимание, шелком окантован замок. Весь замок окантован шелком. Даже вот этот маленький хвостик окантован сначала, а потом окантованы бока у замочка нашего потайного. Видите, но это с тех пор, как он вышел из-под кокетки и ушел в юбку. Обратите внимание, какая работа. Еще раз хочу показать вам, как выполнено потайной замочек, как сделан изнутри. Пока вот здесь покрыт внутренним слоем и поясом, край ушел внутрь. А вот отсюда, видите, нашлась окантовочка шелковая. Обратите внимание, никогда нельзя в таких хороших платьях оставлять там просто край замка. Это достаточно так портит внешний вид изделия. Вот так вот выглядит наше платье со спины. Окончательно все детали, все упакованы внутрь, нигде нету никакого открытого среза, ни малейшего. Это наша резиночка, которая у нас тут застегивается. И вот так выглядит наше платье. Тут чуть-чуть подклеено для того, чтобы московский шов 4 шва вместе собрать. И с изнанки. Наш разрез. Видите, да? Все сделано московским швом. Тут немножко помялось на манекене. Здесь упакован наш бюстгальтер. Упакован и задрапирован. Здесь наша драпировка входит в бант, который завязывается сзади. Видите, тут такая еще есть складочка, для того, чтобы банта было побольше. А здесь-то нам плечико нужно маленькое, поэтому вот так немножко заложили. Все это паром отпарено.
Сейчас я выверну на лицо и еще раз покажу. Вы видели его на манекене, как оно выглядит. Сейчас видите на столе. Конечно, это очень серьезная работа. Но думаю, что таких работ не надо бояться. Нужно браться и за подобные работы. Немножко натренируйте шить шифон, и уже сможете сделать нечто подобное. Абсолютно роскошное платье. Очень-очень-очень широкие юбки. Огромные, очень широкие. Показали вам такое вечернее платье, очень вечерний вариант. Но как бы я хочу, чтобы вы, ну, подходили к мысли, что не так это страшно, как кажется. Кажется, ой, это ужасно, вот эти вечерние платья. Ничего страшного, просто там один слой ткани, а там два. А там в некоторых местах три слоя надо брать ткани, потому что тут идет шифон, под шифоном подкладка, под ним бюстгальтер, а под бюстгальтером еще подкладка. Ничего страшного, все одинаково, они выкроены, все слои, и все они вот так вот вместе соединяются в несколько слоев. Тоже ничего смертельного в этом нет. Драпировка, переходящая в бант, тоже не страшно. Единственное, что здесь очень сложно, это выравнивание низа такого солнца. Это вот действительно сложно сделать. Но тоже возможно, человек стоит, а мы по полу отмеряем. Вот и все. Наносим меловые отметки. Это уже после отутюжки швов и так далее. Будем разнообразными, не похожими сами на себя за дня в день. Всего хорошего. С вами были мы, Паукштрина Михайловна, Ястребов Алексей.